Добрый вечер, большая страна. Мы приветствуем вас в Набережных Челнах. Это стадион КамАЗ, Мелбет, Первая лига. 18-й тур стартует, второй круг. И, собственно, мы с вами отправляемся на одну из самых интересных встреч этого игрового дня. Пойдет сейчас обратный отсчет. Вот, собственно, стартовал он. Болельщики могут это слышать. Прекрасный голос местного дикера по имени Александра, с которым мы тоже пообщались. Ну что, поехали! Поехали! Разносится по стадиону. КамАЗ Алания начинает этот матч. И давайте по составам пройдемся. И вот то, о чем я начал говорить. С 96-го года КамАЗ дома не проигрывает Алании, за исключением одного матча на Кубок страны, когда-то Алания в серии пенальти соперника обыграл. Огурцы, удар наносит. Анисимов на месте. Первый момент. Молниеносная атака Алании, но положение вне игры там было у седьмого номера команды из Республики Северная Осетия. Но, тем не менее, Анисимов такой достаточно дежурный, спокойный сейф. А вот это, конечно, очень рискованно. И ошибается здесь футболисты КамАЗа Царукян. Входит в штрафную Царукян. Пора бы что-то делать! Пора бы что-то делать! Опасно очень, Валерий Царукян. А все с ошибки Артема Абрамова началось. Да, хорошо сейчас провели атаку гости, потому что Абрамов на ровном месте. Или, может, кстати, не нашел варианта продвижения атаки, как может показаться на первый взгляд. В прошлом туре матч со СКА Хабаровским там был. Сложный, кстати, очень тяжелый матч, где, наверное, было не до дриблинга. Машуков в корпус играет, и можно здесь Алании развивать свою атаку. Ну, пробить бы уже пора, тем не менее, тонкая, хорошая передача. Сильно это было на Батраза Гурциева, но не напрашивался ли здесь удар от Заура Тарбы, это вопрос дискуссионный. А тут аут в пользу хозяев. В общем-то, это все будет в перерыве, до которого у нас осталось, ну, буквально-таки полторы минуты. Быстрая атака КамАЗа, Павел Горелов, но подкатище изумительный какой. А дальше правила нарушают футболисты Алании. Красная здесь! Красную Заур Тарба получает! Чего? Вот давайте смотреть сейчас. Тарба. Здесь идет подкат чистый, а тут, наступает на ногу Заур Тарба. Ну да, наверное, история такая сложная. Тем более, что пока и без пальца в атаке КамАЗ нет-нет, да пытается что-то придумать. Хороший удар Абрамов. Солдатенко не очень аккуратно играет. Укомский заковырял этот мяч. 1-0 Артемий Укомский. Выходит вперед КамАЗ. И снова вопросы к Ростиславу Солдатенко так или иначе возникают. Сложный был, конечно, удар, но тем не менее здесь просто-напросто затолкал Артемий Укомский этот мяч. 1-0 КамАЗ на правах именинника выходит вперед. Укомский очень долго не мог забить, мучился, ему не получалось. Видно было, что много делает полезной работы, черновой работы. Но у КамАЗа пошли разминаться трое. Это Борисенко, Защепкин. Прости, чуть позже об этом. Хорошая еще одна атака КамАЗа. Удар Солдатенко перед собой. Почевалин вдоль ворот. Мяч пролетает. Ух. Ух. Жара опять у нас здесь. Да, да, Гюджан третий. Гюджан, Защепкин и Борисенко пошли разминаться. Посмотри, три игрока, три разные позиции. Ну, вот это уже становится в определенном смысле слова таким трендом времени. Ошибается, ошибается Ратников, Машуков. Это момент матча от Ислама Машукова. 1-1! Ислам Машуков! Колоссальный, колоссальный привоз Савелия Ратникова. Алания в меньшинстве забивает. Так нельзя. Так нельзя ошибаться. 9-й гол Ислама Машукова, который подарил ему центральный защитник КамАЗа. 1-1. Повтор. Смотрим. Причем, обратите внимание, ситуация ведь позволяла спокойнее сыграть. Но вот что? Ну зачем он здесь так долго тянул? Зачем дотянул до того, что начал прессинговать его Батраз Гурциев? Зачем до всего до этого надо было доводить? Зачем нужно это было придумывать? Не хотел бы я сейчас на месте Савелия Ратникова оказаться, сколько он всего услышит в свой адрес. 1-1. Неплохая Таликина передача. Здорово, Куль из-под прессинга выходит. Куль Солдатенко! Ну, угловой мяч отправляет. Ух, Руслан Куль. Долго он сегодня и много искал для себя шанс пробить. Вот, пожалуйста, конечно, нашел этот эпизод. Ну, у КамАЗа все, на самом деле, на этом фоне очень даже неплохо. Забрал штрафную, как раз-таки на Багаева шел мяч. Сильный вынос вперед. И звучит финальный свисток. КамАЗ Алания 1-1. Большое спасибо вам, друзья, что вы сегодня были с нами. Большое спасибо коллегам за великолепную работу. Шамиль Гаджиев для вас вместе с Альбертом Хафизовым со стадиона КамАЗ на этом матче работали. Пока!